Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет, думаю, интересный видосик. Хочу я сделать сегодня тест интересного Ронина, необычного Ронина. Потестировать, посмотреть, что он сможет. Вот такая вот у нас сборочка, 10-я. СО, священный огонь, плюс я хочу еще сделать ему дополнительно эмблемку. Так, я смогу ее сделать или нет. Сейчас посмотрим, что у меня делается по поводу девятых огненок. Есть ли у меня достаточно девяток. Хочу попробовать сделать ему девятую, точнее десятую огненку. Плюс это от защита у нас будет от зефиров. То есть вырулить ему, по сути, максималку по дефу. И потестировать. В принципе, нас хватает. Так, поехали. Так, вот есть. Десятая. Готово. То есть без ожога посмотреть, сможет ли он выжить в нынешних условиях. Плюс священный обряд лечения, который дает КП и плюс отхил. Так, ну и питомца нам, конечно же, надо ставить. Давайте так сделаем, чтобы мы не слились, потому что у нас сегодня топ, то мы сделаем вариант. Где? Блин, я уже в питомцах потерялся, они меняются, добавляются. Вот такой вот у нас будет Ронин. Поставим на зефира. Так, уберем сюда, поставим. Давайте маскировку закинем, мало ли. Вариант. В принципе, думаю, нам этого должно хватить. Хотя мы можем наверняка и слиться. Давайте еще перестрахуемся. Закинем вместо землеройки. Седнушку. Чтобы получить рез. Так, где моя седна? Вроде все. Так, в общем, такое вот у нас паронька будет. Что в нем интересного? То есть у него будет максимальный, по сути, ну так, относительно максимальный деф от зефира, деф от других героев. То есть он без ожога у нас собран. В принципе, то есть по статкам с уклонением 6 уклонов на нем стоит, за счет этого и чарка у нас получается 6, то есть она будет давать нам больше жизни и плюс больше отхила, чем Мерси с ожогом. Так, окей, поехали, посмотрим. У нас сегодня топы миллионники. Полям 200, хорошие противники. Вот заодно и протестируем, как он будет жить, есть ли смысл или все-таки ожог или топ. Так, молчанка прошла. 160, 148. Да ну нафиг, посмотрите, какая по нем там атака проходит. Так, сейчас я себя уберу в другую сторону. В общем, просто налегке он держится. Пока что держится. Так, забрал я вапку. Отхила у него, конечно, не особо много. Но видите, по чуть-чуть проседает, но себя отхиливает. Но попадает. И молчанки проходят. Так, поскольку он по 370 себя восстанавливает. Ой, нормально, еще и смотр хилит. Зефир с водушкой.
Тут есть еще землеройка, ворожай. Наполовину просел, но уже 69% базы снес. Но пробивается он реально очень сложно. Нужно было, конечно, не через Фрейю, чтобы она не атаковала, не выносила много, но держится он сейчас очень-очень неплохо. Реально, мне понравился. Понравилась такая сборка. Понятно, он сейчас все здания и вынесет, но если он 2 минуты простоит, то это реально просто жесть. 88. Попробуем на него поставить. Ну, тут Фрэнка нету. Может, на других Фрэнк будет. 92%. Фрея ему ничего не может сделать с Зефиром. Ему просто пофиг. Ну, 2 минуты он выстоял. Закинем Зефира, пусть добьет. Не будем злоупотреблять. Так, окей. Пробуем другой вариант. Ставим цепа, а сюда ставим ролика. Но держится он реально круто. Пробуем на другом топе. Так, что у нас тут есть? Землеройка. Вот здесь есть у нас уже Фрэнк, стрелок есть, отлично. А, побежали. Единственное, стрелок у нас будет... В принципе, можно отвлекать. Сейчас посмотрим, смогут ли здесь его. Воодушка на Зефире. Землеройка. Все с воодушевлениями. Смотрим. Просел немножко. Ух ты. Да, здесь, видите, проседает. Причем проседает так конкретно. 52%. Ну, 52 плюс отхил у нас от смотра, в принципе, хороший. Посмотрим. Он реально, нереально. Без ожога просто максимальный деф. Единственный, кто его хорошо пробивает, так это, мне кажется, Зефир. Конечно, немножко проседает. И, возможно, его и сольют, но даже Фрэнк смотр на фул отхил дает. Просто кайф. Смотрите, 97, он соло просто разобрал. Такая же раста. Или здесь попробуем. Чем хорошо стрелок на дефе в данном случае? Он активирует Смотрите, как здесь просел. Здесь просто улетел. Зефир попал. Зефир, видимо, здесь с точностью и Фрэнк. Они просто его ушатывают. Но это можно выбирать юнитами, в принципе. Я бегал там без юнитов. Здесь просто юнитами подспамливаете. Все. Но попадают. Ну, хотя у нас смотр, у нас, в принципе, пилит на фул, но могут убить. 59%. Да, это кайф. Это защита от Фрэнка, это защита от Зефира. В принципе, ожог, по сути, уже и не нужен даже. Сборка лучше, чем с ожогом сожевой, даже я вам так скажу. То есть тут 100% уже топовые базы. Воодушки, Фрэнк, Зефир, Стрелок. Ему пофиг.
Мы потеряли 140 солдатиков всего лишь. Без проблем. Так, 1, 2, 1 и 2. Сейчас я посмотрю, чтобы не пропустить. 160, давайте здесь. И там еще одного 1 и 2 убьем. Так, тут у нас есть отражалки. Тут у нас есть стрелоки. Здесь все стоят кучно, но я не вижу здесь зефира. Окей, поехали. Посмотрим. Здесь все вместе стоят, кстати. Но нет зефира. Ну, отлично. Анубис сейчас будет уходить. Сейчас мы будем на отражалках, по идее, должны сливаться, но... Я не знаю, они вряд ли будут попадать, пробивать. Даже спамить здесь не будем. Попробуем так. Ну, просел наполовину. Ой, вот, видите. А если бы спамили, в принципе... Нас бы так не слили быстро. Ну, попробуем резнуть седнушкой. Пусть добьет. 69%. Ну, центр он весь разобрал. Даже если его сольют, я думаю, да, видите, все-таки проседает на отражалках. Попробуем с разных сторон просто закинуть всех. Ну, если спамить, то в принципе разберется и этот. Так, поехали дальше. Так, тут у нас отражалка, тут у нас зефир, тут у нас Фрэнк тоже. Ну, тут такая же раста, как и предыдущая. Вот Фрэнк попадает, но Фрэнк попадает реально фигню. И зефир по 70к бьет. То есть он не убивает так, как раньше. Попробуем без спама. То есть максимум его до половины пробивают. И Фрэнк даже в данном случае нас просто с зефиром заряжают с мотра. И мы без проблем получаем отхил. Ну вот, наполовину просел. Сейчас убьют. Да, убили. 56%. Так, ну давайте, я не знаю, давайте седну кинем. Попробуем поспамить. Так, чтоб не сливали. Попробуем со спамом. Ну, то есть обезвреживать, по сути, Фрэнка. Семьдесят три процента. Ну, со спамом, видите, совсем все по-другому смотрится. То есть такая сборка реально круче, чем с ожогом. Ну, конечно, девятую огненку. Мало кто, ну, десятую, точнее, девятую, в принципе, тоже будет хватать, я думаю. Там разница не особо большая, просто хп больше. Вот 100%. Вот так вот, 17-376. Даже умудряются еще и сливаться. Вот такая вот, ребятушки, сборочка. Ну, показала она себя довольно-таки неплохо. Мне понравилась эта сборка, то есть... Десятка, десятка и плюс обряд лечения. В принципе, база разбирается, которая бывает просто не берется даже с зефиром там и прочими. Одним героем можно соло бегать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.